И автомастерская, и склад, и даже место отдыха. Гаражи зачастую используют совсем не по назначению. Однако некоторые даже не имеют права пользования такими постройками. И таких гаражей без хозяина по документам в стране больше 4 миллионов. Амнистия позволит оформить незарегистрированный гараж и получить землю под ним бесплатно. То есть человеку выкупать ее у государства или муниципалитета не придется. Достаточно оформить на себя или стать арендатором. Гаражная амнистия выгодна как для граждан, так и для государства. Люди могут узаконить свое имущество и не бояться его сноса. А также участок можно будет продать, подарить или оставить в наследство. Если земля и понадобится властям для возведения жилья или строительства дороги, то тогда собственник получит компенсацию. А вот государство, если объект поставят на учет, сможет начислять налоги. К тому же станет понятно, кому принадлежат гаражи и кто несет ответственность за порядок на территории и безопасность сооружений. Амнистия возможна, если, например, участок для гаража был предоставлен какой-либо организацией или образован из общей территории гаражного кооператива. Однако не всем владельцам с неоформленными правами на участке повезет одинаково. Некоторые гаражи не попадают под действие закона. Первое – это гаражи, которые капитальные. То есть вот ракушки, например, какие-то металлические гаражи, то есть они не подпадают под действие закона. Вот второе, значит, обязательное условие, чтобы этот гараж не был признан самовольной постройкой. Вот. И третье условие, чтобы гараж был возведен до введения в действие нового градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года. Чтобы оформить право на землю и гараж по амнистии, достаточно написать заявление на предоставление земельного участка. К нему нужно приложить любой документ, подтверждающий использование постройки. Это может быть даже квитанция на оплату комуслуг. Все бумаги можно подать в орган местного самоуправления, МФЦ или в Росреестр. Постановка участка на кадастровый учет и регистрация права на землю и гаража произойдут одновременно. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.